Здравствуйте, я ученик 10 Б класса средней школы номер 6 городского округа Балашиха. Мужа Данила. И сегодня я хочу опровергнуть известный миф о том, что когда мы прикладываем ракушку к уху, мы слышим звук моря. Многие люди в это верят, ну, в основном, конечно, дети. На отпуске мы можем встретить людей, которые покупают себе ракушки как сувениры, и чтобы приехать домой и вспомнить про отпуск, приложа ракушку к уху и услышать звук моря. На самом деле мы не слышим звук моря, мы слышим, как течет кровь в наших сосудах. Чтобы это доказать, мы можем проделать опыт, взяв обычный стакан, приложив его к уху. Послушай, мы убедимся, что ракушка нам не нужна. Спасибо за внимание.